Первый полуфинальный матч «Торпедо» Алматы начался с того, что усть-каменогорцы забросили усилиями Лихотникова, который, похоже, становится злым гением для вратарей в паре матч Кубок Казахстана. И практически в каждой игре 11 номер усть-каменогорского «Торпедо» забрасывает. И сделал он это практически в самом начале матча. Ну и, собственно, 1-0 – это все, на что сподобились команды первые 20 минут, где там чаще думали, наверное, о собственных воротах. И вот такие даже моменты было. Здесь Наместников усиленно защищал своего вратаря Максима Грязнова. И борьбы, конечно, силовой много было. Это уже шайба, которая залетела во втором периоде. Ее Ершов на свой счет записал. Торпедовцы повели со счетом 2-0. Но к чести парней из южной столицы. Чуть позже Борисов у Алматы одну шайбу отквитал. И вот она, собственно, на ваших экранах. И забрежила надежда у болельщиков из Алматы, что все благополучно сложится для их команды. Но чуть позже Гренц, который является лучшим бомбардиром команды «Торпедо», вновь забрасывает ворота Грязнова. И счет становится 3-1. И это, собственно, событие второго периода. А в третьей 20 минут Егор Наместников у Алматы еще одну шайбу отквитал. 3-2. И вот опять же появилась надежда у команды из южной столицы, что, может быть, они финалы пробьются. И в конце, конечно, был такой своеобразный навал на ворота Андрея Шутова. Снимали они и Максима Грязнова с ворот, дабы усилиться шестым полевым. Но вот все оказалось тщетно. Ну, в целом, вот такой силовой борьбы было много. Но матч агрессивным назвать, конечно, тоже нельзя. «Торпедо» где-то, может быть, на мастерстве соперника сегодня обыграл и пробился финал.